Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус... Прибыли, наконец-то, на каньон. Загружаемся. Сегодня 20 число. Мы спускаемся в каньон. Легкий сердце. Скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой. Пуск продолжается, самый резкий подъем почти закончился. Слава Богу, Ольга в одном куске. Оль, все, закончился. Три минуты страха. О, из песни. Ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Стали оба мы скалолазами. Спускаемся в каньон. Дети как кони умчались вперед. Мы с Юркой где-то посерединке. Вот стоит Юра наш. Вот. Там сзади нас Ольга с Юрой спускаются потихоньку. На самом деле крутой спуск. Вот Оля волнуется немножко, но прекрасно справляется. Отлично все.